Всем привет. Вот такое вот пивко. Тайгер называется тут. Разные написаны страны даже сверху. Вот, написано since 1932 год. Сингапур бир. Сингапур, что ли, пиво-то, наверное. Наверное, да. Award winning full bodies beer. Full bodies — это уплотненное, плотное. Оно похоже. Вот, пробуем. Это я купил за дешево очень даже. 40 там что-то с чем-то рублей акция была в магазине. Вот. 10,9 плотность, алкоголь 4,7. Пробуем. Что оно еще представляет? Тайгер. Я видел такое пиво, кстати говоря. Ну что-то оно редко было. Попробуем. Ну, я думаю, что оно шляпное. Ну, сейчас скажу вам, ребята. Ну, так. Так себе. Ну, не знаю, за 40 рублей можно взять такое. А если оно сейчас будет стоить под сотню, то не покупайте. Всем пиво, короче, парни. Всем пока.